Всем приветик! Помните, я говорила еще одной посылочке из того сайта, там где откуда голова пришла. Вот у меня еще одна посылочка оттуда. Сейчас будем ее распаковывать, я вам покажу все. Хотя, может, вы уже догадались. Это картонка обычная. И вот такой вот мне парик пришел, завернутый в сеточку, что очень удобно. Попользовался, положил, и волосы не путаются. Я уже его распаковывала, это я просто для вас хотела показать, как он был упакован. Очень густые волосы и длинные. Вот так вот сделаем внутри. Сделан очень качественно. Такой вот пробор, который изменить нельзя, но такой уже и есть. Дальше просто пришиты вот так вот тресы. Видите, по кругу, по всему парику. Но честно, парик очень качественный, волосы очень классные, гладкие, их можно расчесывать, я вам покажу дальше. Такой вот мне понравился цвет из серого в розовый, но он все равно не серый особо, а такой с фиолетовым, с розовым, какой-то перелив. Вот такой вот он классный, волосы густые, длиннющие, реально волос очень много. По-моему, 250 или 260 грамм было написано на упаковке. Он только в кулечке пришел, так что все это вес парика. Тут вот все на застежечках. Можно себе регулировать. По вашей голове все вот так вот он смотрится на мне. Сейчас попробуем его расчесать, ну точнее, я уже расчесывала, я вам просто покажу, что расчесывается он очень классно. Вообще просто идеально он расчесывается. За вот это вот все не переживайте, потому что можно просто вот так в одну сторону закрутить каждый локон, и парик будет такой же, как и был изначально. То есть можно его расчесывать и привести в тот же вид. Не нужно пугаться, что он такой пушистый стал. Просто нужно определить, в какую сторону локоны идут. Вот так. Все чудненько. В общем, вот такой шикарный парик мне пришел. Я тоже думала, что будет. Я не знаю, почему я так все время думаю. Ну, ожидаешь похуже, приходит очень хорошее. Это тоже хорошо. Значит, вот такой вот пробор тут. Тут еще торчат маленькие волоски, но их можно убирать. Ну, то есть их не будет видно. Мне просто не очень идет пробор посередине. Хотя скажите мне, идет или нет.
И это, ну, мне кажется, что не очень идет. А так мне очень нравится. Посмотрите, сколько волос, реально. Просто копна волос. Волосы искусственные, кстати. Не натуральные. Еще я плела на нем косу вам для видео. И ночь она простояла, ночь парик простоял с этой косой. И вот сегодня я распустила. И ничего нигде не заломалось, не приобрело форму той косы, все вернулось в прежний вид. Что очень странно, и ну, мне это очень понравилось. Думаю, зачем я заплела косу, если мне нужно сделать для вас обзор. Но нет, все стало на свои места, и вот такой вот, в общем, шикарный парик я получила. Скажите, как мне, потому что... Не знаю, мне хочется смеяться немного, когда я себя вижу в этом зеркале. Просто нужно привыкнуть, это для каких-то образов интересных, я не знаю, для фотосессии вообще вещь классная. Ну, понятно, что на улицу я, наверное, так точно не выйду, ну, разве что для фотосессии. Но этот... мне очень он понравился, буду делать на нем прически для вас. Кстати, напишите, интересна вам такая тема или нет. И у меня на сегодня все. Вот такой вот мини-обзор того, что мне пришло. Пришла мне с этого сайта голова, которую я в прошлом видео показывала, и вот этот вот парик. Дошло все за 2 недели. В общем, мне все понравилось. Если интересно, ссылку я вам ставлю внизу в описании. Заходите, смотрите, там вообще разные есть парики, даже с натуральных волос. Но с натуральных там почему-то все короткие. Самые длинные это вот такие вот, а остальные все волосы короткие. Ну, кому как. В общем, вот такое вот видео. Это мое первое такое разговорное видео, так что... Не судите строго. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами была Лазница Вика. И до новых видео. Пока-пока!